Бедные мысли категориями потери. Бедные мысли категориями потери. Это как раз актуально на сегодняшний дальний момент кризисы. Очень актуальны. Сейчас вы меня поймете. Мой совет к вам. Кто из вас в этой кризисе в девальвации и так далее деньги потерял? Хоть какую-то сумму, честное слово. Теперь мой искренний совет, вам. Не думай до потери. Я сейчас объясню. Вы меня поймете сейчас. Хотите разбогатеть? Сейчас скажу примерами. Вы поймете это, как это происходит. В каком-то году, 2000, два года назад, по-моему, я попытался Алматы купить ТВ, чтобы вот это свои учебы не по интернету. Мне просто один парень пришел, убедил, что через ТВ можно организовать. А я не знаю, что через ТВ каждый государство надо лицензию получить, кучу денег платить. Это бешеный расход через спутник. Это очень большие расходы. Когда интернет бесплатно, да, вот. Интернет, конечно, постоянно связан, не такой, как ТВ, но там такие деньги идут, ой-ой-ой. Там бешеные деньги на это ТВ уходят. Я это не знал. И я согласился, куча денег вложил на это ТВ и так далее. В общем, мы купили даже вот эти барабанные антенны, есть туда-сюда. И я видел деньги, он купил, отправлял в разные города. Мы хотели попробовать это, тестировать и так далее, нашу идею, как работает. Москву отправили туда-сюда. И, в общем, вдруг я узнаю, что вот этот парень, который курировал, вот эта партнерка, который курировал этот проект, он глупые расходы начинает делать. Туда расход, сюда расход, там расход. Я ему один раз объясняю, два раз, третий раз. Ну зачем купить с Алматы барабанные антенны отправить в Бишкек или Худжанд или Душанбе, когда там он могут пойти купить это барабанные антенны. В каждом улице они продаются сейчас. И вот почему-то это когда накопилось просто, а там чуть-чуть, там чуть-чуть. И я резко вот как-то это, как сказать, это задевало меня. Я говорю, сколько можно так? Как это так? Ну ты, в конце концов, прекрати так делать. И это задевало меня. Получается, что я думал, это потери. Это же потери просто. И я думал, это потери. И на тебе зацикливался мой мозг. Вы не представляете, что начало произойти. Во всех параметрах бизнеса везде потери. Товар приходит у меня в парфюмерии из Турции. Несколько коробок полностью. Где-то, наверное, на несколько тысяч полностью сломаны. На ровном месте потери. Отсюда у меня книга отправляет Алмату. Этот товар с машины куда-то исчез. Вообще исчез. 15 или 20 тысяч книг. Исчез. Непонятно куда. Нету. Не можем его найти. Там у меня там этот Худжанде, там мы этот ашты делаем, это у меня в саду бурили насос, чтобы поставить. Черт побери, там по их этим планам, которые геодезии нам почитали, вот эта шарошка называется, которая бурит, в общем, насос. И где-то 4 штук написали. Я 7 штук купил. И там какой-то камень вышел. Подряд бамс, 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 все. Сломает один. Вот поставить через полчаса нету. И никак не могут поставить. Почти 2 месяца эти шарошки ждем откуда-то. Этот кран стоит у меня там на залезе, я каждый день плачу за него. Кошмар какой-то. Потери там, потери тут. Странно. Почти месяц так. Вы представляете? Потому что мозг зацикливался. И теперь она начала реализоваться один за других. Потери там, потери там. Потом какой-то момент я сидел, думал, ну так же не бывает, что везде так. Что-то не так. Как я осознал, что это у меня в голове эта проблема? Знаете, такое облегчение чувствовал. Это правда. На самом деле я начал, знаете, что делать? Осознавать эту ситуацию, успокоиться. Я принимал эту ситуацию, что ну и ладно, что теперь, иногда потеряешь чувство теперь, умирать что ли. Как я осознал, вы не поверите, такое облегчение, такую легкость появилась. До этого я нервничал, вот так проживал. Такой легкость, какое-то состояние свободы. И тут же доходы начали подниматься. И откуда-то эта машина с книгами появилась сам. Это действительно так? Сам появился? Сижу, думаю, интересно. Потихонечку все начали нормализоваться и так далее. А как самоосознание? Сейчас объясню. Вот сейчас я постараюсь, чтобы вы меня поняли.
Теперь я это понял. Я понял, что когда если что-то потеряешь, не думай о потере, иначе потеря приумножается. А теперь смотри, другими языками, народным языком, народ говорит так: пришла беда, открывай ворота. Слышали это? Вот они это имеют в виду. Беда поодиночке не ходит. Они ходят табунами. То есть, по одному не... Вот, знаете, действительно, беда поодиночке не ходит. Вы замечаете, что когда начинается какая-то черная полоса жизни, везде что-то не то пойдет. Потому что твое сознание такое. Это как будто ты пластинку взял, другую сторону положил просто. Поэтому обратная монета, обратная сторона монеты идет. Потом, когда я это понял, примером же легче понимать, правильно? Когда я понял, а что, вот почему так произошло, я воспринимал свое вот это состояние. Ну, с тобой что происходит, надо свою судьбу принимать. Потому что судьба что принесет, она тебе на пользу пойдет, если воспринимаешь. Тогда ты растешь. Теперь другой пример скажу вам. Вот 2 года назад, да, был, да, Марат, когда мы с тобой машину сломали, все. Вот это господин был моим помощником. Вот, да, Марат, мы вместе были. Он не, просто, я ему ни разу не говорю, что машину не оставляй, ноутбуки, сумки и так далее. У нас вот интуитивно я чувствую, что, вспомнишь, да? Это Агашка мне говорит, пойдем ты на этот... 12 часов ночи мне приглашали на день рождения. На юбилей какой-то. Они говорят, эй, без вас они бешбармак не поставили, они ждут. А я знал, не знаю этих людей, вообще ни разу не знаю, кто они такие. Я говорю, может быть, я не пойду. А тут это Агай, он взрослый человек. Он настаивал. Нет, Давлатов, пойдемте, я им обещал, что я вас привезу туда. Я думал, если не пойду, сейчас будут выглядеть как высокомерие. И мы пошли туда с Маратом, и мы вместе были. И тут он просто, я тоже ни разу ему не говорил об этом, у него он молодой, он тоже не знал. Мы все сумки, оказывается, в машине оставили, впереди места не было. Машину он оставил сбоку ресторана. Мы туда где-то 15-20 минут были, максимум 40 минут. Оттуда выходим, окно кто-то сломал. И мою сумку вытащили. Сумка нет, денег нет, паспорта нет, документы нет, права нет, все. И это ладно, Бог с ними. У меня нет ноутбука, который все за 17 лет моей тренерской деятельности всю информацию накопил. И эта информация еще дублицирована на жесткий диск. Тот день этот жесткий диск тоже там оказался. Самое интересное, 3 книги, которые я работаю. Одна книга я должен был уже следующую неделю давать на печать. Его вообще нет. Почему последние 3 года я ни одну книгу не выпустил? Потому что все вылетело, ушли. Я теперь вот скоро уже, Аллах даст, выпускаю. Представьте, все нету. Я сначала думал, я сижу в машину, смотрю, окно нету. Я говорю, а где? И мы начали смотреть, ни сумка, ничего нет. Ну, и немножко денег было, и деньги, это все. Мы даже объявление давали, кто нам даст вернуть ноутбук и паспорт, все деньги пусть заберут и так далее. Никто нам ничего не вернул. Мы через милиционеров пошли, через это пошли, там питались, рекламу давали по телевизору, бегущая строка. Ничего не вышло. Это отрав. 3 года назад был, да, или 2 года назад? 2 года назад. Теперь внимание. Я же опыт был предыдущей потери, что такое? Я начал улыбаться. Вот спросить у него, вот спросите. Я это Агашку говорю, Агашку говорю, успокойтесь, ладно, Бог с этим потерем. А с другой стороны смотрю, сколько лет моего труда он исчез. Вы же не можете эту книгу, вы представляете, какой труд это? Его нет вообще. Я взял, сказал, слава Богу. Значит, потерялся, значит, буду писать лучшие книги. На самом деле, действительно лучше написал. Такая книга получилась вообще. Ни одна моя книга еще столько сильно не имеет, как эти новые книги. Она, потому что я же тоже развиваюсь. Такая книга получилась. Я говорю, ну и ладно. Там, я доволен хожу, а это Агай так переживал. Он, ему неудобно же передо мной. Он нервничает. Я спокоен. Все отлично, все нормально. Ну что, значит так, значит так. Значит так, все нормально. И вы знаете, через день я заработал 200 чем-то тысяч долларов. Через день. 200 чем-то тысяч заработал. Потому что, внимание, секрет в чем? Когда происходит потеря, радуйтесь. Возьмите себе, скажите, как хорошо, что так. Могло бы быть хуже. А что делали бы? Я сказал, Агай, хорошо, что так забрали.
А что, если кувалдой по башкам давали, нам забрали бы его? Мало ли что? Мало ли что? Ну, разве не так? А что, вот тогда была бы реальная проблема. Правую руку поднимем, повторим за мной. Я вам скажу сейчас еврейский мудрость. Пойдет? Правую руку поднимем, повторим за мной. Если дела, решается деньгами, это не проблема, это расход. Кто понял? Вы реально поняли? Если дела решаются деньгами, это не проблема. Это всего лишь расход. Ты его восстановишь. Вот проблема, когда ты не можешь деньгами восстановить, не можешь решать. Вот это реальная проблема. Вот это действительно проблема. Поэтому все то, что решается деньгами, не считайте проблемой. И не переживайте. Мой совет к вам. Вот идет кризис. Вообще не думайте. Не переживайте вообще. Почему? Потому что от того, что переживаете, у вас сознание подключается в состояние потерь. Потом кошмар начинается. Богатые люди мыслят категориями дохода. Когда потери происходят, радуемся, планируем доход. Радуемся, планируем доход. Радуемся. Как хорошо, что так произошло. И начинаешь думать о доходе. Что надо делать? Планируй доход. Все, пошел вперед. Тот день меня кто задавали вопрос, в этом кризисе что делать? Я сказал, увеличивайте бизнес. Он говорит, как? Я говорю, думай о доходе. Думай о доходе, планируй доход, двигайся вперед. Просто двигайся, вообще не думай о потере. Будешь думать о потере, потери всегда гарантирован. Иди вперед. Кто из вас что-то ценное брал для себя сейчас? Эта история что-то ему давал? Не переживайте. Особенно, когда потери происходят. А теперь, когда приобретение хорошее тоже, слишком не радуйтесь. Вот происходит хорошее приобретение, хороший успех. Не радуйтесь, тоже спокойно относитесь. Потихонечку вы привыкнете к потере, к приобретению. Мир так создан. Приходит, уходит. И ты потом богатый станешь. Понимаете? Потом разбогатеешь. Спокойно растет богатство. С целом ты видишь, что за 3 года ты уже состоятельный. По сравнению с тем, что 3 года назад был. Будут подъемы, будут падения, будут потери, будут приобретения. Но целом-то, когда смотришь через 3 года или через 5 лет, ты совсем в другом месте находишься. У тебя уровень активы, уровень возможностей, уровень дохода совсем другого. Ты вырос. Поэтому вот это, соблюдайте вот эту стабильность.